Ну, значит, так, чтобы были подключены какие-то политические силы, это первый раз, конечно. Раньше были какие-то спонтанные недовольства, но вот первый раз я вижу, что даже какие-то подключены вот такие политики разного калибра. По поводу, значит, моего видения. Я, конечно, поддерживаю наших паралимпийцев. Конечно, я против их отстранения. И если вы своими глазами видели эту, собственно, картинку, то вы видите, что она означает, что если удалить одно кольцо с нашим паралимпийцем, то получается, что Олимпиада становится урезанной и неполной. По-моему, это очевидно. Я могу только догадываться, но самая главная версия, первая, которая появляется, это есть сейчас какой-то запрос от некоторых политиков на конфронтацию с Западом, на информационную конфронтацию с Западом и с Германией. И таким образом эта картинка, собственно, была только предлогом, чтобы произвести такую атаку на Deutsche Welle и, собственно, Германию и Запад в общем. Вот так, как я это вижу.